Витебской областной филармонии сёлета исполняется 30 годов. Свой день нараджения культурная установа в области значить 22 мая гала-концертом. У программе, якая створалась на протягу всего концертного сезона, выступят ведущие солисты и коллективы филармонии. Про это поведомили организаторы подчас пресс-конференции. У гонор свята для своих прихильников подрыхтовали шмат сюрпризов и подарунков. До речи, что год Витебская областная филармония проводит каля 600 концертов. С них каля 350 ладит своими силами. С набытем у 2007 году органа и концертного рояля стало магчимым проведение концерта с уделом знакомитых сусветных зорок. Главным событием в день рождения филармонии 22 мая станет гала-концерт, который начнется в 19:00. Также у нас радостное событие 24 мая с юбилейным концертом выступит ансамбль танца, музыки и песни «Талака», где представит свою новую программу. 25-летию ансамбля мы подготовили новую концертную программу, которая будет состоять из двух отделений. Первое отделение будет совершенно новое. Вот, объединяет это одно целое общее название «Базар Большой». В него будут входить совершенно новые номера, такие как «Жарты», такой номер, как музыкальный, как «Колотуха». Вот. Ну и очень и много-много других новых номеров. Вот. Второе отделение состоит из наших лучших номеров, которые прошли с нами большой путь до 25-летия, мы их сохранили. Сёлета прославленный коллектив «Талака» означает 25-й день нараджения. За чвэрць года ансамбль стал брендом, познавальным и любимым не только в Беларуси, а и за ее межами. У вечера 24 мая «Талака» ладит юбилейную программу, якую артисты ансамбля покажут свои лепшие нумары минулых годов и представить публице новые.